24 и 25 июля Северный двор Нарвского музея приглашают понаблюдать за экспериментом выгонка смолы из корней сосны. Этим летом в Северном дворе будет проходить эксперимент, в ходе которого работники попробуют выгнать смолу из сосновых корней по старому методу. Полученная смола из сосновых корней сразу же будет использована в деревянной части замка, которые уже давно ждут своей очереди. Понаблюдать за экспериментом можно будет в субботу и воскресенье с 12 до 16 часов вечера. Вход на мероприятие с билета Нарвского музея. Билет дает возможность посетить мероприятие, экспозиционные залы музея, башню Длинный Герман, а также Северный двор. Вместе с билетом у вас есть возможность получить монету с достоинством в 2 РЭ. Это деньги Северного двора, которые можно обменять на какой-либо сувенир или услугу у ремесленников и мастеров. Дополнительную информацию можно получить по телефону 35 99 242 Евгений Тюмащук или по электронному адресу pyhyao@narvamuseum.ie.